Всем здравствуйте, многоуважаемые зрители, а также их родители. До Нового года осталось 3 часа, вон можете увидеть на часах, а тут с вами Гиперборейский и Инга и Йорн. Я приветствую всех зрителей и подписчиков наших каналов. Ну что ж, это не игра, это не прохождение, это наше поздравление. До Нового года совсем недолго, и вот мы рядом встали с елочкой в домике у Инги и хотим поздравить вас с наступающим. Наверное, там уже все предбухнули, мы еще пока нет, пуншик пока на столе. Да, вот чашечка там у нас стоит, приготовлена. Ну что, Новый год еще пока не наступил, а подводя итоги старого, можно сказать, что у нас все было практически хорошо, если не считать того, что было плохо. Бедолаг Гиперборейский подхватил коронавирус в свое время, а Инга Йорн уклонилась от коронавируса, сидя в своем домике лубином. Инга Йорн сделала все возможное, чтобы его не подхватить, но, как говорится, да, еще не вечер. Да, скоро придет омикрончик. Не знаю. Ну, давайте не будем о печальном, потому что, собственно говоря, надо как-то извлекать как можно больше положительного из того, что у нас есть отрицательного. Вот. Ой, только извлекаем. Собираем хлам и извлекаем. Как у вас печечка работает, ваша печечка? Да, не напоминайте. Да, печечка топится, зима у нас тут тоже наступило, хотя и без снега, но достаточно холодно. Можно сказать, что Новый год удался в этом плане. Вот. Ну, а подводя итоги, опять же, хочется сказать большое спасибо всем зрителям, всем спонсорам наших каналов. Ну, возможно, мы, может быть, что-нибудь после Нового года для спонсоров и придумаем. Может быть, какое-то поощрение. Как вы считаете, может, придумаем? Может быть, и придумаем еще какое-то поощрение, но мы как бы стараемся для наших спонсоров. Да. Записываем все заранее, выставляем заранее, чтобы все видели, прямо, так сказать, пачками, не ждали. Ну, как получается, у меня не всегда получается, так что уж спонсоры, вы меня извините, конечно. Но... Ну, конечно, лениво, матушка. Да и Фридрих Вильгельм постоянно из-под кровати отвлекает. Какой же Фридрих Вильгельм? У Гиперборейского маня. Он считает, что да, у меня под кроватью живет Фридрих Вильгельм. Да. Но, да. Отвлекает постоянно вас. И постоянно отвлекает. Да. Но это все не так. Так вот, наши зрители, между прочим, хотели стрим какой-нибудь новогодний. Ну, друзья мои, наверное, на Новый год вряд ли будет стрим от Гиперборейского, так точно. Да от... какой он нахрен стрим? Пьяный стрим. Не знаю, насколько будет у меня стрим. Я собиралась запустить стрим по столпы земли, но на самом деле я тут простыла, охрипла, и даже просто регулярные серии мне даются с трудом, потому что хриплю. Болей. Ну, а болель. Гиперборейского, может быть, какой подарок? Только то, что я все видео, которые у меня отсняты, выставлю для спонсоров. И кто хочет, всего лишь за какие-то 50 динариев, какие-то такие мелкие. В Москве, кстати, на метро 60 динариев стоит прокатиться, хочу вам сказать. А за 50 динариев вы можете весь Новый год смотреть все отснятые видео наперед, чуть ли там не до 15 января. Ну, мне ж нужен как-то тайм-аут. Ну, понятно, Гиперборейского тайм-аут. У меня, наверное, не будет тайм-аут. У меня будет исключительно здоровый Новый год, да. Только сок, в лучшем случае. Да, конечно. Что, да, конечно. А то вы не поверили. Ну, каждый судит по себе, конечно. Конечно. Да-да-да. Вот Новый год. Если вы начнете обо мне судить по себе, разве это будет правдой? Ой, это будет ужасно. Это будет ужасно. Эта поговорочка, она не особо котируется. Ну, ясно. Ладно, Гиперборейский, мы вообще-то здесь собрались, чтобы поздравиться. А, ну вот же елочка стоит 3 часа до Нового года. Вот мы и стоим и поздравляем. Ну, мы же были бы не мы, если бы мы еще чего-нибудь другого не сказали и гадости не наговорили. Ну, естественно. Так вот, подводя итоги, что у вас будет нового на канале в новом году? Ну-ка, расскажите. А что у нас будет нового в новом году? Пока ничего не будет. Все, что будет, я дополнительно скажу. Пока у меня в планах... Нет, ну вот на данный момент, когда мы с вами ролик снимаем, ничего нового. А, ну я могу, конечно, так, наперед
Возможно, там какие-то новые игры выходят, там Saints Row будет, но это только в августе. Возможно, я не знаю, после Нового года, может быть, там Bioshock, я уже про Bioshock говорил, то, что он и так будет, там все его дополнения, Infinite я имею в виду. Ну, а когда закончится, опять же, понятия не имею, что делать, что ко мне это приходит спонтанно. Вот, поэтому по планам... Единственное, Saints Row, если, конечно, музыка там не будет рубить, это все дело. Но это будет ближе к следующему Новому году. А из того, что выйдет по новой, вот сейчас Инга вам расскажет, она лучше в этом разбирается. Ну, а что выйдет по новому? По новому у нас уже, собственно говоря, вышло наше прохождение, как он называется, No Man's Sky, безлюдное небо. Вот. Ну, а насколько мы его продолжим в следующем году, будет видно, потому что, ну, игра такая, что как бы самим играть интересно. Смотреть, наверное, может быть и не очень, но свои интересные, забавные моменты в ней тоже есть, так что посмотрим, опять же, все будет зависеть от вас. Ну да, с 1 по 10 каждый день будет выходить, так что можете там писать, продолжать нам, не продолжать, потому что у нас еще Fallout не закончен, не знаю, когда мы там закончим его, ну, потому что на определенный момент этот Fallout все-таки, ну, когда там начнутся однообразные рутинные задания, не по сюжету, тогда мы, естественно, прекратим в него играть и продолжим, возможно, No Man's Sky. А если вам No Man's Sky не понравится, то тогда мы что-нибудь другое поищем. Вот, собственно, если по тому, как будет что там дальше развиваться, это да. А, ну еще я могу про этот Bannerlord сказать. Но Bannerlord у меня на канале будет только когда там наконец-то все это доделают. Не хочу. Каждый раз перки там перекидывают, меняют, блин. И вот начнешь, казамку убили. Я уже вроде так родственничка казамки слепил, сам для себя поиграл. Они раз еще патч накачали туда, уже перки другие. Короче, ну ее нафиг. Вот, так что будет, но не скоро. Ну вот. А я планирую, что, может быть, все-таки Скоримского запущу. Может быть. Ой, Айнгусенька, новость для вас есть, великая новость. Что, опять все перелопатили? Ну, есть определенный патчик, который добавляет в Скорим SE. Весь контент из Скорима АЕ, и ни хера ничего там не ломает. Ага. Если у вас установлены моды. Вот я для себя, у меня вот есть сейчас, я прохожу этот волшебный Скорим, то есть не по сюжету Скорима, а всяким разным там модам. Вот, возможно, когда мы все это пройдем, я накачу, блин, этот патч сверху, у меня туда добавится Скорим АЕ, ну, весь контент, который они туда подобавляли. Вот, и дальше пройдем. Собственно, и все. А может, и не буду. Ну, в общем, посмотрим. Я тоже пока что, так сказать, так далеко не заглядываю. Как будет, так будет. Ну, естественно, будет продолжаться Mass Effect у меня. Закончим второй, перейдем плавно к третьему. С Ведьмаком то же самое. Закончим первый, перейдем плавно ко второму. Это как бы останется. Останется, естественно, Assassin's Creed Valhalla. Вы, кстати, гиперборейски не хотите начать Valhalla? Да боже, сохрани. Вальгалу не хочет? Вальгалу не. Я, Ингусенька, так далеко не заглядываю. Ну, когда тут такое декольте, у меня тут поближе есть на что посмотреть. Вы заглядываете глубоко, вот, гиперборейски, но недалеко. Кошу лиловым глазом, скажем так. Ну. Вальгалу она мне предлагает играть. Что я, сумасшедший, что ли? Ну вот, гиперборейски не будет Вальгалу играть, а мы будем. Ну вот. Вот. Ну а зрители, которые у меня Барбандер просит, что ой, хочу это сказать. Не Иван ли Пантюшин? Ну, не только Иван. Иван вообще отдельное спасибо. И прежде всего здоровья в новом году. Вот, а то тоже там что-то и прибаливает человек и так далее. Укольчик надо сделать, чтобы не прибаливал. Таблеточку съесть. Помогает. Помогает, ну, наверное, помогает. В общем-то. Наши добрые пожелания тебе, Иван. Вот, от меня тоже персонально, поскольку как бы вот почти год вел он мой паблик в этом в ВК ВКонтактах. Ну, а теперь я сюда вернулась и, надеюсь, буду там тоже появляться. Так что заходите, подписывайтесь на паблик тоже. У Гиперборейского тоже есть ВКонтактах, он там постоянно бывает. Он оттуда... Не, я там бываю только для того, чтобы выставить видео. Я там особо-то ничего такого не веду. Я человек закрытый, скрытный, сам себе, какие-то паблики вести. Вот, видео выставил, все.
Радикал вы наш. Я радикал, да. Ну, что там писать, я не понимаю. Я никогда не поддерживал корпоративную культуру, начиная с самого зачатия. Я никогда не понимал людей, которые собираются кучу и начинают там это самое, камлать. О, это наша фирма, мы так ее любим. Да-да-ля-ля-ля. И тем не менее вы ведете канал на Ютубе, который тоже, собственно говоря, социальная сеть. 50 на 50. 50 на 50. Я сам играю, кто-то смотрит. Если кто-то разделяет мои, как говорится, взгляды, тот и смотрит. Не разделяет, ну, нет. Вот, собственно, никого никуда не втягиваю, ни в какие паблики, блин. Ну ладно, гиперборейский, мы с вами отвлеклись от темы. Народ уже, наверное... Интересно послушать, о чем мы треплемся. О чем мы треплемся? Ну что, сейчас должны были сказать, ну что, всех с Новым годом, траливали, траливали, мы второй этаж пошли, пока. Так что ли мы должны были сделать? Но нет. Дело в том, что мы, естественно, не готовили никакие речи. Я, да, я задумалась сначала, а потом поняла, что у меня все равно не получится. Да. С такой короткой стрижкой, как можно задумываться? Что вы? Гиперборейский. Ну, сейчас накинется. Сейчас, смотрите, конечно. Вы думаете, почему он шапочку одел? Потому что у него даже такой стрижки нету. Как это? Вот нет, чтобы сказать какой-то... Никогда ничего хорошего не скажет. Никогда. Нет, я вам только на ушко это говорю. Зачем же, чтобы все... Врете вы все. Вот врет, между прочим, дорогие зрители, подписчики. Даже на ушко не говорит. Говорю, говорю. Не надо. Это она врет. Ага. Она просто не хочет озвучивать. Вот так и живем. Да, так и живем. Ну что, всех зрителей поблагодарили. Всех подписчиков поблагодарили. Я не хочу называть прям всех по именам, там, кто мне очень часто писал, там, потому что кого-то забудешь, обидятся. Ну, Иван Пантюшин — это давнишний подписчик, поэтому мы, собственно, о нем и поговорили. Ну, вот, да. Ну, а все остальные, да, ребят, всех вас с праздником. Счастья вам, здоровья. Ну, это банальщина, конечно, пошла. Ну, тем не менее, а что еще в Новый год желать? Ну, на самом деле, банальные вещи... Жену и... толстую, красивую там. Да, и делают мужа, нашу жизнь. Мужа, худого. Какого надо мужа? Мускулистого. Мускулистого, вот. Мужа надо умного, гиперборейский. А, умного? Да. Не знаю, не знаю. Тут уж... Почему? Как повезет. Ну, должно же повезти. Так если он будет умный, может, и выгонит на второй день. Так, надо соответствовать. Ох ты. Значит, еще и соответствовать. Тогда это жена должна быть умная, а муж мускулист. Вот так оно так лучше. И тогда все будет соответствовать. Ну, все правильно. А теперь фейерверки! Да, фейерверки. Так, для фейерверков пойдемте на улицу, наверное. Слушайте, пока мы с вами болтали, у нас уже день наступил, фактически. Поэтому давайте пускать салют, новогодний салют. Так. Ура! Иди на горку сюда, ко мне. Вдвоем будем бросать. А, ты там так далеко бросаешь. Ну, идемте. Ура! Ура! Ну, это рановато, конечно. У нас после 12 это начинается все. Тут кто-то квакает, по-моему, это лягушки. Да ты что, а кто еще может квакать? Ну, мало ли, может быть, кто-то объелся салата оливье. Ура! Или опился коньячку. Бьет этим фейерверком. Ура! Давайте часто метать. Опа. Все, у меня он закончился. Да? Да. Вот, ну, что ж. Лягушка тут квакает. Ну что, на второй этаж? Подождите, что значит второй этаж? А пунш? Еще пунш, да. Вы без а подарки? Где пунш? Где пунш? Вот, смотрите, чашка с пуншем. Вот она, чашка с пуншем. На нее, если нажать Е, вот, то можно это попробовать. Нажимается? Нет. Ну, не знаю, какие-то звуки происходят. Я лампу выключила. Мы просто сделали прозрачный интерфейс. Ну ладно, будем думать. У меня, короче, идет это звук такой, как будто я его нажираюсь. Так вполне возможно, что вы нажираетесь, гиперборейский. Имитации-то вот анимации нету. Нету. И не будет, так, наверное. Ну что ж, давайте, наверное, тогда попрощаемся с нашими зрителями. Пойдем отмечать Новый год. Новый год.
Да. Вот, прямо под этой елочкой наступает у нас здесь в игре день. А, да. По планете шагает, у кого-то уже отшагал, очевидно, у кого-то еще дошагивает Новый год. Вот, и, ну что ж, тогда, как говорится, банальности мы все пожелали, а главное, да. Чтобы у вас просто-напросто все было хорошо, и сбылось все встретимся то, в новых чего прохождениях. Вы себе желаете. До свидания. Естественно, естественно. И... Пока-пока-пока. На второй этаж пошли. Хи-хи-хи-хи.